«Клоун с осенью в душе». Так называли этого человека журналисты, критики и простые зрители. Человек, покоривший своим искусством весь Советский Союз. Артист, который был слишком свободолюбивым для своего времени, опережавшим это время. Сложный жил в стране, сложный человек великого таланта. А понимал ли он, что он талантлив? Конечно, понимал. Он был удивительно интеллигентен, умен, начитан и работоспособен. То есть все, что нужно, когда ты талантлив. Потому что без всего без этого таланта недостаточно. И Леня всегда шутил по этому поводу. Его долгое время не признавали. А когда артиста не стало, все сразу поняли, какого человека потерял этот мир. Он умер в 37 лет. 25 июля разорвалось сердце знаменитого клоуна. Этого человека звали Леонид Янгибаров. Здравствуйте. Я расскажу, как все это было. Посмотрите, пожалуйста. В творческой профессии многие приходят, преодолев на своем пути достаточно испытаний и преград, освоение других профессий и осознание того, что кроме искусства ничем в жизни больше заниматься не можешь. Так и случилось с Леней Янгибаровым. Ну какой из меня инженер? Буду занимать чье-то место? Все мы занимаем чье-то место. А я не хочу, понял, не хочу. Человек должен делать то, что он любит. Кончив среднюю школу, он поступил в институт рыбного хозяйства. Но отучившись там всего полгода, перевелся в институт физкультуры. Еще будучи маленьким, хрупким мальчишкой, его часто дразнили и обижали. Именно поэтому Леня записался в секцию бокса, чтобы стать сильным и доказать другим, что он, Леня Янгибаров, чего-то стоит. Знаменитая миниатюра «Бокс» из репертуара будущего клоуна взяла свое начало именно с этих занятий. Его репризы «Бокс». В середине 50-х Леня добился значительных успехов в боксе, стал мастером спорта. И в жизни, и на арене молодому человеку не раз придется держать удар перед партнерами и судьбой. Когда в 55-м году в Государственном училище циркового искусства открылось отделение клоунады, Леонид принял решение поступать туда. Этот поступок определил всю оставшуюся жизнь Леонида Янгибарова. Клоунада – его призвание, его стихия, его жизнь. В окончании циркового училища Янгибарова по распределению отправляют в Ереван, в труппу армянского циркового коллектива. Свои первые шаги на профессиональной арене он делал именно там. И тогда же Леня стал работать вместе с Юрием Беловым, который был единственным режиссером Янгибарова на протяжении всей его жизни. Надо сказать, что эти первые попытки выступлений Леонида Янгибарова не были столь удачны. Причиной тому был собственный стиль артиста. Еще во время обучения в цирковом училище определилась актерская индивидуальность Янгибарова как мастера пантомимы. В отличие от большинства клоунов, у которых был стандартный набор трюков, Леня пошел совершенно противоположным путем. На арене он создавал лирическую пантомиму. Это была поэзия души клоуна. Репризы юного мима заставляли думать, в отличие от других исполнителей, которые всеми способами пытались выжать из зрителей как можно больше смеха. Но и публике такой подход был в новинку. Еще долго молодого клоуна не принимали всерьез и не давали времени и возможности на свои сольные выступления. Советовали даже поменять амплуа думающего клоуна. Но Леонид не хотел отступать от того, что было близко его сердцу. Долгое время Янгибаров работал коверным клоуном, заполнял перерывы между номерами. Но молодой человек уже давно чувствовал в себе силы поднять свою собственную программу. Потом была Москва. В апреле 61-го труппа армянского цирка давала выступление в столице. Для Янгибарова это была премьера. Слух о печальном клоуне уже пронесся по городу, и все жаждали увидеть это чудо собственными глазами. Дебют мимо прошел блестяще. Своим выступлением он буквально всколыхнул всю Москву. В своих воспоминаниях Леонид Янгибаров писал: «Смеющиеся лица зрителей, рядами уходящие вверх от барьера манежа, и только одно лицо, залитое слезами. Лицо справа в четвертом ряду, лицо моей матери. Все это я помню, как будто это было вчера. Не помню только, как я себя вел, что я чувствовал на манеже. Осталось в памяти лишь ощущение свободы и счастья». Скажите, вы что, критик, да? Нет, я человек с разбитым сердцем.
Свобода была для Инги Барова всем, и об этом он тоже рассказывал в своих новеллах и выступлениях. Леонид великолепно владел паузой. Он создавал образ чуть-чуть грустного человека. Каждая его реприза несла не только смех, но и глубокий философский смысл. Клоун, не произнося ни слова, разговаривал со зрителями о любви, о ненависти, об уважении, о своем трогательном и ранимом сердце. Популярность Леонида Янгибарова росла, и на него все больше обращали внимание люди творческих профессий. В частности, его начали приглашать сниматься в кино. В 1962 году артисту поступило предложение сыграть в кино самого себя. Режиссеры Арменфильма задумали снять картину о жизни клоуна. Фильм назывался «Путь на арену». Картина была тепло принята зрителями и вывела Янгибарова на новую ступень популярности. В 1964 году Янгибаров поехал на международный конкурс клоунов в Прагу. Там Леонид получил первую премию. Это был ошеломляющий успех для молодого клоуна, которого всего несколько лет назад никто не воспринимал всерьез. Но слава Янгибарова не давала покоя чиновникам Союзгосцирка. У Лени все больше стало возникать проблем. Конфликт с Союзгосцирком начался еще тогда, когда молодого клоуна начали признавать не только зрители, но и некоторые коллеги. Подавляющее же большинство просто завидовало тому, что молодой парень выбивается вперед. На конкурсах и разных выступлениях западные импресарии Леониду часто предлагали хорошие контракты. Но Янгибарова не выпускали на зарубежные гастроли. Высшие чины боялись, что Янгибаров просто сбежит от них, что в один прекрасный момент он просто не вернется с гастролей. Все это привело к тому, что Янгибарову пришлось покинуть цирк. После ухода из цирка Леонид Янгибаров начинает выступать на эстраде. Популярность клоуна была ошеломляющей. Его боготворили и буквально носили на руках. Но для самого Янгибарова этого было недостаточно. Сам Леня ощущал себя глубоко одиноким человеком. Ему явно было недостаточно того, что он имел. Он хотел большего. Многие считали, что Леонид решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Ведь считали, что работа на эстраде – это легкий хлеб. Но на самом деле все обстояло совершенно наоборот. Когда он ушел из Союзгосцирка, сделал свой ансамбль сначала, а потом это как бы театр, вместе они ездили на Украину, в Белоруссию, по России, по 3-4 представления в день. Изношенное сердце. Незадолго до трагедии Янгибаров рассматривал возможность вернуться в Союзгосцирк. Но принять какое-либо решение так и не успел. В июле 1972 года Леонид Янгибаров был в Москве. То лето выдалось особенно жарким. В Подмосковье горели торфяные болота. В отдельные дни температура воздуха была настолько высока, что контуры предметов расплывались перед глазами. В один из таких дней Лене стало плохо, и он попросил маму вызвать ему скорую. Леня Янгибаров умер от разрыва сердца 25 июля.
Когда хоронили Леонида Янгибарова, над городом зарядил проливной дождь. И тысячи людей шли проститься с печальным клоуном. И тысячи мокрых лиц смотрели на уход великого артиста. И было ощущение, что собрались цедры все плачущие. Плакало тело. Мокро было. Слезы, волосы, нос, глаза, лицо. Потоки воды. Входили плачущие люди. А когда стали хоронить, вдруг кончился дождь и солнце. Самый грустный человек, заставлявший других плакать и смеяться. Веселый клоун с грустными глазами под дырявым зонтиком. За то время, которое прошло со смерти Леонида Янгибарова, на арене не появилось ни одного клоуна такого же масштаба. Его при жизни теперь признают гениальность думающего клоуна. Вот и все. До свидания.